Всем привет, с вами Прия. Все уже, наверное, успели лицезреть эту прекрасную башню Торгаст на различных стримах и знают о том, то, что она открыта была четырем классам. ДХ, маг, далее жрец и чернокнижник. С недавнего времени можно было в башню Торгаст зайти воином. Можно и до сих пор, само собой, если у вас есть альфа. Так вот, воинам я могу сказать то, что прохождение было намного сложнее, чем на Demon Hunter. Пришлось немножко даже попрыгать по текстурам, а будучи варом, это все-таки делать тяжело, при условии того, что героический прыжок заюзать там в некоторых моментах нельзя. В общем, вы все сами увидите, все там замечательно. В целом, башня была проведена полностью, само собой, ну иначе зачем такой видосик-то было заливать сюда. Что еще хочется сказать? Где-то есть громкие моменты, где-то есть тихие моменты. Ускорение в целом на 1000% примерно выкручено. И полностью прохождение башни заняло у меня где-то часов 5 на воине. Ну, вы сами можете все прекрасно посчитать. От начала видосика до конца видосика по таймеру, который был на веб-камере. Красный шрифт, вы уж точно его увидите. Что еще сказать? Ну, сама по себе башня Торгаст интересная, уникальная, хорошие интересные бонусы имеются для многих классов и специализаций, но все-таки боссов как-то убивать, будучи танком, тяжко. Это я точно могу сказать, без нахождения каких-либо бафов. Хватит, я думаю, монолога моего, вы все-таки пришли смотреть полное прохождение башни Торгаст, поэтому не смею вас задерживать, не забывайте там про ссылочки в описании, про всякие другие интересные вещицы. Мойте руки, берегите ноги. Приятного просмотра. Вот фамильки будут позже. Чё, рандом герой? Поехали. Снижает скорость применения заклинаний противников в радиусе 15 метров на 30%. Ну это четко. Это реально круто. Да, как бы снижение КДшки мощного удара щитом на 25% это тоже прикольно. Но я как-то больше в выживание хочу поиграть. То есть мобы будут больше накастовывать свои косты. Я смогу коста откатить. В целом это очень хорошо выглядит. Кстати, интересный левел. Я не помню, чтобы такой был на Demon Hunter, например. Душа сразу имеется, это плюс 1% мейн статы. Ну, 20% хп пойдет. А, еще одна сфера. Вау. Victory Rush takes 5 фантазмов from the target. Victory Rush — это победный раш, да? Это прикольно, мне нужно статы набирать. А фантазме нужно потом заботиться уже. Не сейчас. Еще рано слишком. Где еще брать один ключ?
Ну, это вроде как прикольно, но в итоге этот баф, он настакиваться особо и не будет, и в итоге... Чё, смысл его брать? Не вижу смысла. Ну да, это какой-то там дополнительный дэмэдж, чуть-чуть. Ваши способности не требуют ярости в течение 1,5 минуты после использования этой особенности. Окей. Getting hit has 10% chance. 10% шанс при поражении цели получить стойкость к боли. Ну, это лучше всего тут. Хотя фантазма, по идее, тоже интересно смотрится. Но этот баф эпический. К тому же, ну, процент у него хороший. Поэтому да, можно взять черепушку. Когда вы атакуете новое существо, вы наносите дополнительный урон, накладываете эффект немоты. Ну, слушайте, это круто. Хороший баф в целом. Spell Reflection. Чё? Spell Reflection длится на 200% дольше и действует на вашу группу. Но если бы рефлект, как и в Легионе, рефлектил абсолютно все касты во время своего действия, это был бы очень сильный талант, очень сильная способность. Так как Spell Reflect одну только рефлектит способность, направленную в тебя, то это, ну, мало. Поэтому Rage Generation. Все тиры поменяли, я уже не помню. А, ну то есть я что-то тут выберу. Я неукротимость возьму. Это в целом идеально будет. Ну, я хилиться буду за счет потраченной раги. Это типа очень круто. Можешь видосик на ютубе глянуть и глянуть, сильно ли оно изменится или нет. Какой-то интересный выбор. Продление способности аватара на 40%. Окей, это сильно в целом. То есть она длится базово 20 секунд, будет длиться 28. Ну, кажется слабенько, но на самом деле это сильно. Rage Generation, ладно, один есть, мы его не рассматриваем. Duration of one of your shouts. Типа один из ваших криков будет усилен по времени действия на 500%. Ну, даже если это будет Rallying Cry. Ну и черт бы с ним, аватара. Дэмэдж от вихря и Тандерклапа увеличен на 30%. Breaking as Ashen. Increase damage of next revenge. Breaking and Ashes Phylactery.
Типа, когда ты ломаешь урны, дэмэдж от реванша стакается. Это, короче, как на ДХ было. Я настакал же его тогда 5 штучек, и у меня мобы просто отлетали. Ну, это полезно, к тому же он прокнул, можно сказать, с самого начала этот талант. Так что да, это прикольно. Да, нужно лютую месть тут брать, вне зависимости от того, что там предложено. Плюс один талант лишним, типа, никогда не будет. Не знаю, повоюю, может, справлюсь тут. Хз. Здорово, браток, завязывай с пиратками. Облава идет от близов, банят всех. Понимаю. Альфа Shadowlands у нас пираткой стала, значит. Это другим, пожалуйста, всяким ребятам пишите, да, которые там пиратки рекламят. Окей? Мне такую хуйню в чате писать не надо. Спасибо. Вихрь и Thunderclap. Pull 3 random enemies. Pull. Типа, притягивают? Непонятно. Damage of Mortal Strike, Rampage and Shield Slam. Ага. Да damage? Типа, зачем мне эта притяжка? Противники, пораженные вашими криками, получают на 20% больше от всех источников. Ну, это интересно. Типа облако, да, тоже само по себе интересно, но так как у меня есть уже кандалы, то я не вижу смысла юзать облако, например. Окей, возьмем подшейники. Допустим, я крикну. Ну, это только от деморализующего, да, крика работает. Ну и хорошо. Тоже неплохо. Продление шилдвола на 10%. Да ну зачем? Я лучше еще дэмэдж возьму от крика. Ну, чекай, типа, либо я 5% дэмэджа себе, ну, как возвращаю, либо я беру еще одни кандалы. Я думаю, кандалы еще одни будут сильнее.
Так, удвоенное время это на чарже, да? Я не вижу смысла. Я не вижу смысла брать второй рывок. Еще одни, наверное, подшейники. Почему бы и нет? Такой бред просто дается. Да ты, блядь, ебаная, сука. 20 стаков. Чё, охуевшая, что ли, мразь? На часовом или чё, нахуй? Как мне его побеждать? У меня дэмэджа не хватает. Чё, фурика, что ли, спекаться? Серьезно? Да вы чё, рофлите чат? У меня в танке хоть какие-то есть там варианты его убить. Фурики вообще какая-то хуйня полнейшая, потому что, ну, подшейники там, ну, не работают, да. Это вообще бред. Аватары в фурике нет, на которые у меня взят талант. То есть, если, например, ты ДХ-шкой спекаешься из танка в ДД, то у тебя там, ну, ротируются все эти способности. Тут у меня половина не работает просто. Не, а если правда, если есть какая-нибудь текстурка. Которая позволит мне пропрыгнуть, пройти мимо босса. Ну мало ли. Нужно шажочек. Блять! Ай, блять! Мизинец, больно. Сука. Хуйню какую-то, блять, придумали, нахуй. Босса, блять, не убить. Текстурки не пропрыгать, блять, вы чё?
Там нету вроде питомцев у них, насколько я правильно помню. Ну, я не видел их в луте. Я не видел их в списке питомцев даже вроде. А, окей. Ты прав. You can now order your steward to heal or buff you in combat. Steward? Что такое steward? Я не силен в английских понятиях. Есть протвары, которые шарят в этом? А, steward. Распорядитель. Типа этот, которого я призываю, да? Типа при призыве. Да, какое-то дерьмо, не знаю. Копье, наверное. Хотя оно циклично, да, там будет по дэмэджу, но все же. Ну, наш поход продолжается. Хм. Ну посмотри, ну, мне кажется, он опух. Ну чекай. Не знаю, там видно, нет. Но мне кажется, он опухший у меня. В средней этой костяшке. Я, конечно, не работник медучреждения, но мне так кажется. Ну, верса. Верса интереснее смотрится. Кстати, хорошая тема. Вот. Все дерьмо полнейшее. Ну, типа маска интересная сама по себе, но какую она пользу даст? Ну, такую слабенькую. Кушак, наверное. Кушак поинтереснее, валюту хотя бы будет давать. Сбивание коста, отбрасывание цели и стан на 4 секунды. Ой, как хорошо сферна спает. Аватар, наверное, возьму тут.
Вопрос. Неудержимая сила или лужаная глотка? Неудержимая сила лучше будет. Потому что у меня трейты на аватару имеются. Самое то, что не надо даже как забивать, просто нажатие обилки. Так, и это станет. В смысле не надо кик? А, ну типа, кик можно дать в любой момент. Ну да, есть такое. Ну вот нам первый трейд на крыс. Ну, наверное, нет. Я не буду через них играть. Не имею желания. Какое же дерьмо просто. Ну, светляк, допустим, да, окей. Не знаю, тут можно чуть-чуть популить мобов. Ну, вообще еще один кушак будет интереснее, потому что тут я разом получу 75 фантазмы, а тут я с каждого использованного победного ража буду еще по 5 получать. Типа это интереснее выглядит. Ну, аватары интереснее. Да, там микростан на 5 секунд. Ничего себе, микростан. Ха. Так, что отсюда упадет? Надо на дэмэдж что-то? Да ты рофлишь, что ли? Вообще дерьмо полнейшее. Типа, мне ничего тут не поможет в битве с этим боссом. Ну да, защитная фантазма интереснее, но... От нее тут смысл ноль конкретно на этом ярусе. Ну, поехали. Стану только отресторить колбу.
Забейте, там у него таймеры уже просто сбились, поэтому все пошло не очень. Ну и к тому же мы не знаем, когда он точно конкретно этот крик делает. Но он сейчас не должен его кастовать. Я должен сбросить стаки. Да, все верно. Ну, сбросил, нормально все. Не знаю, я типа все хилки уже заюзал. Как-то печально все. Шеве, допустим, да. Несбиваемый каст. Ну, типа рефлект. Сминусуем получаемый дэмэдж. Ни шагу назад скоро откатится, кстати. Это радует. Но выживу ли я? Да уж. Это, ну я не знаю, типа, как его нормально убивать. Это жесть какая-то. Придумали говно полнейшее. Наносящий урон эффект копья бастиона действует неограниченно долго. Ну, хорошо. Наверное, вытягивание. Фантазмы и так хватает. Наверное, хаста. Типа аватара и так уже настакана. В принципе, до нормального значения. Вообще, используя талант управления гневом, можно просто аватару довести до такого значения, что она будет 100% аптайма. То есть аватара сейчас действует 44 секунды, когда у нее 90 секунд. Это бурст основной воина, который увеличивает твой дэмэдж на 20%. Ух ты, как сочно! ХП? Конечно, ХП. Вау.
Увеличить время действия ярости берсерка на 100%. Да нет, как бы. Наплечники элизийские, да. Хорошо. Ignore pain, absorbs addiction damage, acquire... Ага, типа... Эквивалентно 10% максимальному ХП дополнительно. Это интересно. Это чё? Streaking Mauret with charge. Игровой клип. Instant kills. Типа прыжок инстантно киляет мышей утробы и при этом восстанавливает КД прыжка. Зачем мне это? Не вижу в этом смысла. Короче, нож надо брать. Он всякое интереснее. Так, тут что? Тут опять нож. Ну, типа, будет 20%. Да не, наверное, вытягивание. Армор и блок. Я не силен в фуриках. О, еще. Еще хпшечка. Хорошо. Нанесение противнику урона вызовет применение эффекта обморожения, наносящего урон равный 50% от общего здоровья жертвы. Через 4 секунды противник начнет восстанавливать это здоровье. Потерянное здоровье полностью восстановится за 10 секунд. Короче, я ничего не теряю при этом. Это как обратное прижигание. Этот жезл прокол мне на ДХ в видосике. Видно все прекрасно, как я его там юзаю. Вот. В общем, я пулю моба, ему срезается 50% хп, и потом он его отресторивает. Вот. То есть, если я успеваю эти 50% оставшиеся убить за 4 секунды, ну, моб умирает. То есть я и снял, да, изначально половинку хп, но по итогу-то что? Ну, она отресторивает эту половинку, которую я у нее забрал. Что, призвать его? Пусть он что-нибудь поделает, этот моб. Не ощущаю бафа, если честно. Какого-то. Ну, все, босс, то есть как ручной абсолютно. Сколько на нем стаков? 4. Ну, это же вообще смех. Согласитесь. Просто смех.
Так, сыр понятно, оберег понятно, оберег гнева. Activating Blade Storm, Recklessness, о, аватар, randomly casts one of the other two abilities. Активация аватара рандомно кастует одну из... одну из двух других... Не понимаю, типа... Я юзну аватару и что-то юзнится из либо реклы, либо блейдшторма. Это так работает. Короче, проверим. Выглядит интересно, это берег гнева уж точно. Окей. Что-то он долго крутится, не ощущаете? Забавно. Чардж и героический прыжок увеличивают дэмэдж на 200% в течение 4 секунд. Но это уныло слишком, да, типа в самом начале ты думаешь там, как еще с трэшем играть, какие бафы брать. А, начиная уже с этажа, ну где-то 40-го, ты начинаешь фейс-ролить. Просто идешь, там мобов можешь поскипать, например, потому что валюта уже не нужна.
Ну вот весь босс. Найс его, да? Типа, ваши крики дают бонус другого крика. Ну, это интересно. Или он типа двойной просто делается. Не понял. Сейчас поймем. Не поймем.
Так, значит, чик, 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 чик. Все. Торгаст пройден. Поздравляю. Но я сейчас умираю 3 раза. Вызывается Тарарк. Мы его доводим до 1 хп. И я считаю, эта миссия завершена на протвоине. Угу, так, 30 секунд, поехали. Как раз аватара откатится. Он тут же меня в начале яруса будет ждать. Я его сейчас тоже встречу. Сейчас я его встречу. Ох, как я его встречу. Ух, как я его встречу, чат. Поехали. Серьезно? Так много дэмэджа делает по мне. 2 миллиона 443... Ой, 433 тысячи. Вау. Серьезно? Что так много? Я, кстати, 2 заспавнилось. Почему-то. А я могу копье в них кинуть. Ой. Ну, чат, что-то жесткие они какие-то. Сейчас они уйдут в центр. Я пробегу по краешку и выйду отсюда. Это будет считаться успешным завершением. Сейчас нужно момент подгадать. Они пойдут за мной, нет? Ну, я не понимаю, почему их 2, кстати. Это смешно. Так, 1 наагрился. 2 тоже. Сейчас мы, типа, по кругу их раскайтим. А у него скорость передвижения больше, чем у меня. Все, я справился. Ну, замечательно, башня Торгаст в героике на воине пройдена. Чат, я не знаю, что лагало под конец. Ну, сори, как бы, я думаю, тут и так все понятно. Принцип этой башни и прохождение ее на воине я считаю очень легким при получении определенных бафов. Начиная уже с стажаток, ну, 40-го. До 40-го просто терпишь. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте про ссылки в описании. До скорого.